готов, и сейчас мы начнем. Идрис, левая рука, почему спит? Идрис, поиграй, потом будешь работать. Идрис, ой-ой-ой, вот так вот жестко и в руку сразу же пошли, загнал даже один спортсмен другого прямо в угол. Но никто не собирается отчаиваться, нужно немножко ставить руки, нужно немного защищаться, держать повыше руки, не давать себя пробить. Отлично. Хороший выход из контратаки. И вновь продолжается бой. Замечательно. А можно аплодисменты этой паре бойцов. И только первый раунд. А уже такой яркий. Идрис, по собранию. Больше прямых. Идрис, раскачай маятник. Передвигайся, значит, поиграй, пока оп! Успеешь. Просто играй. 10 секунд. Провали. Идрис, по корпусу заканчивай. Идрис, последняя контратака. Провали. Номер 2. Спокойнее, теперь остановись. Поиграй, поуклоняйся. Тренеры тоже переживают за своих спортсменов, подсказывают. И мне кажется, тренерский подсказ здесь тоже очень-очень важен, как и зрительские симпатии и зрительские аплодисменты. Смотрись, на выходе добавляй. На выходе добавляй. Голостой не выходи. Хорошо, вот так еще. Здесь ручки повыше. Поуже, руки выше. Идрис, лови навстречу, лети же на тебя. Идрис, раскачай. Корпус. Раскачай, готов, ударил. Хорошо, два этажа обработал. Идрис, подвигайся. Все. Готов, ответил, только справа отвечай. Справа. Вот. Оп! Стоп! Угол. Раз. Два. Итак, это первый нокдаун в нашем сегодняшнем рейтинговых боях. Ну как вам, друзья? Только-только все началось. Это первый нокдаун. Вау, супер панч уже идет. Прыгай. Идрис. Итак, третий раунд нашего поединка заключительный. Сам. Провали. Еще расслабленнее. Поиграй, все. Проваливай, потом отвечай. Хорошо. Вот это проходы спортсмены сейчас трудятся на все 100 своих процентов, на все свои возможности. И откровенно рубятся прямо в ринге. Больше ударов. Больше ударов. Идрис, еще минута осталась. Давай, минуту еще работать. Хорошо, вот так, все. Давай, минуту, спокойно. Оп, провалил. Давай, на ножку хочешь работать. Оп, уклоняйся, оп, и ответ нужен. На контратаке, вторым номером поработай, восстановись. Давай, концовка. Идрис, ручки повыше, ручки собраннее. Идрис, ручки собери у головы. Идрис, зашугай его. Покажи левый, в корпус. Левый. Покажи в корпус, дай в голову. Давай. Идрис, 30 секунд осталось. Вот. Все, дышишь вокруг. Оттолкнул. Оп! Руки выше, Артур. Идрис, 15 секунд. Все, терпим. Хорошо. Еще двоечка зайди.
10 секунд, все. Концовку забирай. Все, концовочка. Эдрис, все, 5 секунд. 5 секунд, последняя атака, Эдрис. Давай. Эдрис, последняя атака. Углом. Итак, третий раунд завершился, и теперь дело только за двухраундовом поединке. Одержал боец в синей майке Раджабов Идрис! Итак, принимай, Идрис, награду, эти аплодисменты все специально для тебя. Ну, конечно же, твоему оппоненту тоже аплодисменты и поддержка сегодня. Парни постарались на славу и зарубились в День защитника Отечества. Итак, памятное фото, конечно же, на память.